Добрый вечер. В эфире «Вести Карачаево-Черкесия». Смотрите сегодня в выпуске. Праздник 9 мая. Напоминание о том, какой ценой завоеван мир на земле. В рамках акции «Лица Победы» поздравления получил ветеран войны Афанасий Солнышкин. Быть верными присяге, добросовестно выполнять свои служебные обязанности. На верность Отечеству присягнули 30 молодых сотрудников Росгвардии. Тайна человеческой души – реальность, смешанная со слоем мистики. В Республиканской государственной библиотеке состоялась презентация книги Ольги Михайловой. Смех, веселье, клоуны, умные животные, фокусники и ловкие акробаты. В Черкес приехал цирк. Представление можно посмотреть до 14 мая. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимреза встретился с министром энергетики России Николаем Шульгиновым. В ходе двусторонней встречи обсудили вопросы текущего состояния топливно-энергетического комплекса республики и перспективы его дальнейшего развития. Рашид Тимрезов проинформировал о том, что осенне-зимний отопительный период прошел без сбоев. И далее эта задача остается в приоритете. Николай Шульгинов отметил большое значение нового введения объекта – двух красногорских МГЭС для развития энергетического комплекса республики и страны в целом. На встрече обсудили перспективы дальнейшего развития гидроэнергетического потенциала региона, также ход реализации программ по газификации населенных пунктов и по социальной газификации домовладений граждан, меры социальной поддержки. Глава республики поблагодарил министра за многолетний добросовестный труд, весомый личный вклад в развитие энергетической и строительной отрасли региона и в связи с вводом в эксплуатацию красногорских малых ГЭС вручил ему звание «Заслуженный строитель Карачаево-Черкесии». Большой вклад в строительство новых красногорских малых гидроэлектростанций внес и председатель правления, генеральный директор компании ПАО «Русгидро» Виктор Хмарин. Это один из крупнейших проектов в сфере гидроэнергетики, который поможет сделать энергосистему страны еще более сбалансированной. Для республики это рабочие места, налоговые поступления и развитие прилегающих территорий, отметил глава Карачаево-Черкесии. Рашид Тимрезов вручил Виктору Хмарину почетное звание «Заслуженный энергетик Карачаево-Черкесии». Приближается День Победы. В преддверии этого праздника сотрудники регионального отделения социального фонда поздравили жителя Черкеска, ветерана Великой Отечественной войны Афанасия Петровича Солнышкина. Подробности у Али Баташева. Разрешите поздравить вас с наступающим Днем Победы. Пожелать вам крепкого здоровья. Пожелать, чтобы вы еще долгие годы могли нам передавать свой опыт. Ордена Отечественной войны, первой и второй степени, Красной звезды, медаль за оборону Кавказа и другие награды. Афанасий Петрович с ноября 1942 года служил в 77-й стрелковой дивизии. Он был участником битвы за Кавказ в должности командира разведки. Освобождал Севастополь, Крым, Симферополь и Калининград. В этом году ему исполняется 103 года. Очень мудрый человек. Он очень добрый человек и никогда ни на кого не злится, не обижается. У него вот своим вот этим добрым отношением, у него, понимаете, какая-то положительная энергетика вот складывается такая вот. И в этом, по-моему, секрет долгожительства его. Вот когда мы 100 лет отмечали, тоже секрет вашего долгожительства. Он говорит, трудиться, работать. Никому зла не делать, жить честно. Работники Республиканского отделения социального фонда поздравили ветерана, подарили цветы и ценные подарки. В 2019 году указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина была утверждена ежегодная доплата ветеранам Великой Отечественной войны в размере 10 тысяч рублей. В этом году эта доплата была произведена вместе с апрельской пенсии всем ветеранам Великой Отечественной войны. Хотел бы в преддверии 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне поздравить всех с наступающим великим праздником, с Днем Победы. На сегодняшний день в республике проживает 21 ветеран Великой Отечественной войны. В ходе акции «Лица Победы» сотрудники отделения социального фонда планируют посетить каждого. Али Баташев, Мухаммед Ашибоков, «Вести Карачаево-Черкесия».
Служба Отечеству, почетный долг и священная обязанность росгвардейца. Сегодня в Управлении Росгвардии по Карачаево-Черкесии состоялась церемония приведения к присяге сотрудников неведомственной охраны и ОМОН, прошедших первоначальное профессиональное обучение. На мероприятии побывал Алихан Лепшоков. Любовь и уважение народа, почетный долг и священная обязанность каждого из нас. В какой бы трудной обстановке вы ни оказались, какие бы опасности вам ни грозили, ничто не должно заставить отступить от священной клятвы. 28 сотрудников неведомственной охраны и двое из подразделения ОМОН Управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии прошли начальное профессиональное обучение. Сегодня они дают клятву, что будут исполнять все поставленные задачи и всегда останутся верны присяге и традициям. Клянусь при осуществлении полномочий сотрудника войск Национальной гвардии уважать и защищать права и свобод человека и гражданина, свято соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, быть мужественным, честным и бдительным. Временно исполняющий обязанности начальник управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии Эдуард Чумаев подчеркнул, что для ребят это знаменательное событие в их жизни. Пройдя все необходимые испытания, они получили основные профессиональные знания. И после этой присяги перед ними стоит высокая задача – служение Родине. Как сегодня помню, в торжественной обстановке также я принимал присягу. Но это было почти 3 десятилетия тому назад. Ну, традиции продолжаются. Также наши будущие, настоящие сотрудники начинают службу с этого. Это торжественный день, который, надеюсь, останется в памяти каждого принимающего сегодня присяги, и надеюсь, что они будут верны этому долгу. Мы будем стараться выполнять свои обязанности перед Отечеством, отмечают новые сотрудники Управления Росгвардии по республике. Мне кажется, это вообще мужская работа настоящего мужчины. Конечно, безусловно, это очень нужная работа, защищать права других людей. Все, она безусловно нужна, без нее никак в наше время, тем более сейчас. Для меня это очень значимо. С самого детства я хотел служить Родине. Вот и после срочной службы я пришел сюда, в неведомственную охрану. Алихан Лепшоков, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Наши дети – наша гордость. Тарасу Гайворонскому из Медногорского вручили медаль МЧС России за спасение погибших на воде. В январе этого года шестиклассник спас на пруду 2 11-летних ребят, которые провалились, катаясь на льду. Тарас бросился на помощь, снял верхнюю одежду, взял палку и подполз к ребятам на животе, помогая оттонувшим поочередно выбраться, а потом доползти до берега. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов выразил благодарность родителям Тараса за достойное воспитание сына и отметил, что вся республика гордится смелым, решительным поступком земляка. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, ночью в горах с мокрым снегом. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8, в горах местами минус 4, плюс 1, днем плюс 16, в горах местами до плюс 8. В Черкесске ночью и утром кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 14-16 тепла. Мебельный салон «Слон» – широкий ассортимент классической и современной мебели для вашего дома. Мягкая мебель, спальни, матрасы, кухни и многое другое. Наличный и безналичный расчет, а также кредит. Черкесск, шоссейная, 167. В Кисловодском цирке оживают мифы Древней Греции. Арена, бескрайнее море, фонтаны, морские котики, живой вокал. Все это цирковой мюзикл на воде «Одиссея». «Молот ведьм» и «Оборотни» Митрофаньевского погоста. Название новой книги Ольги Михайловой. Ее презентация состоялась в Республиканской библиотеке имени Халимат Байрамуковой. Дарья Тендит о новом издании.
Романы Ольги Михайловой всегда вызывали неоднозначные эмоции у читателей. Она является автором 24 романов жанра фэнтези. Реальность смешивается со слоем мистики. Героев романа не пугает случайная встреча с вампиром или призраком. Мероприятие прошло в форме презентации книги, читательской конференции и знакомства с автором. Нонсенс для нашего книжного издательства, потому что такого формата литература, в принципе, у нас как бы не выходила, и она нетрадиционна для Карачаева-Черкесии. Хотя на просторах интернета, конечно, у Ольги Николаевны очень много читателей, поклонников, и очень высоко оценивается ее творчество. Романы Ольги Михайловой с первых строк наполнены обилием терминов, цитат и символов. Продуманный и непредсказуемый сюжет завлекает читателей. Книги Ольги Николаевны, они предоставляют просто замечательную пищу. Я не просто так употребляю этот термин «пища», потому что как-то мне пишущий один человек сказал это слово, и оно мне понравилось. Написано вкусно. Хорошая литература, она ощущается на вкус. «Молот ведьм» – роман об Италии XIX века, где процветают тайные демонические культы и колдовство. Произведение оборотни Митрофаневского погоста перенесут читателя в Санкт-Петербург, а сюжетная линия иронично показывает, что человек может быть хуже нечисти. Я специализировалась на кафедре романо-германской литературы, то понятно, что именно этот период европейская культура XIX века – это мой профиль. Я специализировалась по Гёте, по Гейне, по Фихтвангу. Мне это просто близко. Это то место, как родина духа, где чувствуешь себя вполне патентно и спокойно совершенно, так сказать, ориентируешься. Роман оценен очень высоко. Меня даже удивило. Собственно, оценки только положительные и у того, и у другого романа. А высший знак популярности у нас – это рецензии. Это когда на тебя пишут рецензию. Эти романы, я поэтому и решилась их публиковать, собрали наибольшее количество рецензий. Ольга Михайлова полна творческих сил. Скоро в издательстве появится цикл ее книг, которые найдут отклик в сердце каждого читателя. Дарья Тендит, Ислам Урумов, Вести Карачаево-Черкесия. Козел-канатоходец, ловкие акробаты, летающие гимнастки под куполом цирка, веселье, клоуны, умные животные и плюс ко всему хорошая музыка. В Черкесск приехал евроцирк «Шапито». Артисты удивляют всех гостей оригинальными номерами. Взрослые окунулись в детство, а дети получили эмоциональный заряд на долгую память. Это было весело, интересно и незабываемое представление. В этом убедилась Альбина Ламкова. Гимнастка удерживает очарованные взгляды всех гостей под куполом евроцирка «Шапито». Приковала внимание зрителей и ловкие манипуляции жонглера. А какой же цирк без клоуна? Он периодически развлекал гостей своими забавными номерами. Все его действия вызывали один лишь смех. Интересные задания предусмотрел и для детей. Атмосфера в зале была веселая, все были заинтригованы. Одна эмоция сменяла другую. 2 часа пролетели незаметно. Динамично, весело и интересно. Удивляли не только артисты, их красивые костюмы, но и умные животные. Джема – единственная медведица, умеющая кататься на моноколесе. И это неудивительно, так как эти животные самые умные и образованные, говорит о них с восхищением ее дрессировщик. Если бы они не были хищниками, они были бы самыми нашими ближними друзьями. Водили бы автобусы, троллейбусы, трактора. Удивительный трюк демонстрирует козел. Отработали свою часть представления и обезьянки. Каждый из артистов цирка старается представить свой номер особенным, и даже робот. Нет больше мероприятий в нашей жизни, таких, в которые можно взять ребенка с собой, папа, мама, бабушка, дедушка и дети, и пойти все вместе. Есть в цирке иностранцы. Отис – эквилибрист на стульях. Приехал из Кении. Вместе с акробатами цирка демонстрирует динамичные трюки. Держал всех в напряжении необыкновенный железный человек и его экстремальное выступление. Погнуть железо и поднять груз, а еще выдержать на себе автомобиль весом 3,5 тонны.
Аплодисменты зрителей еще долгое время удерживали артистов на арене цирка. Это бомба. Такого восторга я не ощущала давно. Мы постоянно посещаем с детьми, но таких эмоций мы получили, наверное, впервые. Просто шоу уникальное. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия. Завтра в Черкесске открывается заключительная в этом сезоне рыбная выставка «Дары Камчатки». Широко будут представлены ценные тихоокеанские лососевые – чавыча, кижуч, кета, горбуша, нерка, не менее почитаемые терпук, палтус, корюшка, голец, навага, камбала. Рыба продается в свежем замороженном копченом вяленом виде целиком или отдельными частями. Напомню, выставка «Дары Камчатки» будет работать в Черкесске по адресу Горького, 8, дом предпринимательства, с 3 по 7 мая. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите первую серию фильма «Всем по 50». Всего доброго. До встречи.